Всем привет! В предыдущем видео мы моделировали гайку для грифа гантели. В этой части будем моделировать блин. Я создал цилиндр нужных мне размеров. В режиме редактирования сетки добавляю на боковой стороне цилиндра ребро посередине высоты, удаляя нижнюю часть цилиндра. Выбираем модификатор Mirro, выставляем ось Z и приступаем к моделированию геометрии верхней части. С помощью инструмента Insert добавляю сегменты и далее инструментом масштабы и перемещения создаю нужную нам геометрию. Удаляю центральный круг и перемещаю его вниз. Редактирую размеры. Добавляю фаски по краям. Болванка блина готова. Теперь будем моделировать буквы. Я добавил объект текст как ориентир и моделирую полигон за полигоном сетку. Перемещаю созданные буквы на нашу болванку, ориентирую их по масштабу и вращаю по оси Z. Добавляю полигоны с помощью инструмента Insert и поднимаю их по оси Z. Наши буквы теперь имеют высоту. По верхнему краю добавляю фаску. Выбираю модификатор Subdivision. Как видите, геометрия наших букв разъехалась. Исправим это. По внешней стороне всех букв изменим параметр Min-Crease с помощью сочетания клавиш Shift-E и далее единица. Это не позволит геометрии расползаться после применения модификатора Subdivision. Добавим этот параметр на нужные нам ребра. Геометрия букв готова. Заполним пространство между ними. Переместим полученную геометрию на плоскость болванки. Удалим полигоны на болванке там, где у нас будут располагаться буквы, и добавим их к объекту болванки. В режиме редактирования сетки заполним пустоты. Посмотрим на результат с модификатором Subdivision. Исправим, если есть где-то недочеты.
Далее я добавил модификатор Bevel на определенные ребра. И в итоге получилась вот такая модель. В следующей части мы будем делать развертку всех моделей и запекать нормали. Если есть вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и не болейте.